Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от «Единой России» Ирина Грабарчук и Павел Чамурлиев проинспектировали выполнение работ по очистке пруда и береговой линии в микрорайоне «Новая Трехгорка» в городе Одинцово. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Чистая сторона» и контроля за исполнением программы наказов избирателей «Подмосковье. Территория перемен». Программа была сформирована на основании народной программы партии «Единая Россия».